Привет! Пришло время запустить приложение Instagram и зафоловить телеканал Ю. Меня зовут Владимир Стражук, и это Инстаньюз. Самое интересное из мира нашей любимой соцсети. Стартуем! Весь российский бомонд разлетелся по Мальдивам. Но там, видимо, так скучно, что выручает только Инстаграм. Так вот, на райском курорте сейчас отдыхают лед и пламя. Волочкова и Собчак. И что вы думаете? Девочки уже поссорились. Ксения выложила свой йога-шпагат и лихо подписала. Растопырка. Чем мы хуже Волочковой? На это Настя отреагировала гигантским выпадом. Ксения и Собчак. Ксюша, неужели я до сих пор не даю тебе покоя? Ты до сих пор пытаешься подражать моей растяжке? Жалкое зрелище. Прости. Ты второй рукой подмоги. А если хочешь мне подражать, роди ребенка. Эх, не берет их мир. Даже на Мальдивах. Пора взять на заметку тренд этого месяца под кодовым названием «Выход в офлайн». Что это значит? Выбираешь лучшие кадры из Инстаграма и печатаешь в удобном для тебя формате. А дальше делаешь фотовыставку для друзей. Вслед за галеристами эта мода доходит до всех юзеров. Очень крутая идея. Можно, например, сделать цикл «Мои самострелы», «Кулинарные снимки» или «Городской микс». Если ты постоянно проматываешь ленту и там нет ничего интересного, то рекомендую подписаться на фэшн-блогера Габи Фрэш. Эта крупногабаритная красотка мало того, что является моделью плюс сайз, она еще и остальных пышек учит подбирать стильные луки. В общем, Габи дает стимул и учит девушек раскрепощаться. В Инстаграме недавно загорелась новая звезда по имени Пенелопа Попкорн. Такое чудесное имя принадлежит маленькой свинье, которая обожает переодеваться и шалить. Миниатюрная хрюша породы Джулиан обожает бегать с накрашенными копытцами в разных курточках, жилетах и головных уборах. Модница всего 2 года, родом Пенелопа из Калифорнии и, судя по фотографиям, вполне довольна своей свинячей жизнью. На прошлой неделе я давал тебе задание выложить фотки с 3 подругами. Получилось здорово. Ну что, начинаем наш девичник? Подружек, которые смотрят Инстаньюз, оказалось очень много. Поэтому смотри еще серию фоток. Сейчас я дам новую тему недели. Записывай «Мой пикник». Покажи, как ты умеешь отдыхать на природе. И главное, ставь хэштег «Инстаньюз» и добавляй в ленту любимый телеканал Ю. С тобой был я, Владимир Стражук. И по традиции держи фоточку на память. Сегодня это победное фото.